Первоуральский блогер заставил понервничать тысячи пенсионеров. В социальных сетях он распространил сообщение, что в городском общественном транспорте с сегодняшнего дня больше не действуют льготные проездные. К своему сообщению автор прикладывает фотографию объявления, сделанную в салоне общественного транспорта. В сообщении говорится, что с 10 сентября льготникам, а таких в Первоуральске несколько тысяч человек, придется оплачивать проезд из-за долгов городских властей. Последние вовремя не перечислили транспортным предприятиям субсидию за перевозку пенсионеров и инвалидов. В администрации задержку выплаты компенсации перевозчикам подтвердили. Это связано с долгим оформлением документов. Но на сегодняшний день проблема решена. Достигнута договоренность с пассажироперевозчиком о предоставлении необходимой документации в соответствии с положением об отчетности, которую он представил 8 сентября. Значит, первый транш выплаты произошел вчера. Приостановка по льготникам нет. Значит, продолжение продажи абонементных книг как продолжалось, так и продолжается.